Дорогой друг, все лето мне не доводилось общаться с кем-либо, кроме родных, но завтра начнется школа, и я хочу, чтобы в этом году все изменилось. Говорят, если в первый день учебы заведешь друга, все у тебя будет в порядке. Новички изображают жаб. Шевелитесь, прыгайте. Наверное, если единственный новый друг учителя английского, дела совсем плохи. Чарли никогда не выделялся. Пока не встретил друзей, которые приняли его в свой круг. Видишь, Чарли? Так выглядит веселье. Добро пожаловать на остров ненужных игрушек. Патрик, любишь футбол? Обожаю. Агрессивно, пассивно, агрессивно. Сэм. Что происходит? Не парься, она все время так делает. Вы задумывались о том, что люди не подозревают, какие вы психи, когда говорят с вами? Идем. Будем психами вместе. Этой осенью. Кем ты хочешь стать, когда отучишься? Я хочу быть писателем, но не знаю, о чем писать. Давай о нас. Назови книгу «Шлюха и сокол». Неуловимые преступники. От продюсеров фильма «Джуна». Три с минусом, господа! Я ниже среднего уровня! Ниже среднего! Ниже среднего! Экранизация романа Стивена Чбоски. Почему я и все, кого я люблю, выбирают людей, которые относятся к нам, как к пустому месту? Мы принимаем ту любовь, которую считаем себя достойными. Ты анализируешь? Думаешь? Классический изгой. Надо же, я думал, меня вообще никто не замечает. Есть люди, которые считают, что так не бывает, что потом останутся лишь смешные воспоминания. Но сейчас это наша жизнь. И в этот миг... Я клянусь, мы живем вечно. Хорошо быть изгоем.